Всем привет, я Кирилл Прихидный, ветеран из Русского легиона, и за моей спиной вы можете видеть целое поле, которое предоставлено компанией Air Bunker. По качеству они абсолютно такие же, как и Sub Air Ball укрытие из Франции, который мир спортивного пейнтбола знает уже больше 20 лет. Но у этих укрытий есть своя классная фишка. И это фишка клапаны заправочные. То есть здесь не нужно там долго, часами откручивать эти пробки, закручивать их обратно, держать, поддувать и так далее. Здесь одним движением снял заглушку, нажал на этот самый клапан, заправил, отжал клапан обратно, укрытие не спускает, надел заглушку и пошел. То есть экономит время в 3 раза. С точки зрения прочности, я уже сказал, то, что нам удавалось играть на классических Super Air Ball полях там, по несколько лет. Air Bunker приближается к этому. На этом поле уже отыграли абсолютно точно 3 этапа Российской Федерации пейнтбола. Последние 3 недели Русский легион на них тренируется, и, как вы видите, они в отличном состоянии стоят. Краска даже их еще никак не покоробила. В целом, абсолютно уверен, что это отличная альтернатива зарубежным аналогам. Так что мы в Москве очень счастливые люди, что у нас и свои шары, и свои укрытия, и мы можем все очень быстро получить, починить и направить фидбэк в компанию-производитель, чтобы следующий сет был с теми или иными доработками.